Вот я захожу на боевой. И уже прошу лазер. Вот они лазер включили. Сейчас я вот так сделаю. Должен быть выстрел. Вот я поднимаю башку. Раз. Два. И отворачиваю. Вот стоит он. Он закрутился. Вот летят мои ракеты. Вот вторая. Вот он. Он меня выследил. Но подсветки в задницу нет. Вот идут ракеты. Вот идет, видите? Раз. Бубух. Одну ракету он завалил. То есть, получается, он среагировал на мою ракету. А на вторую он просто не сообразил. Бум. Вот, у меня было повреждение. Я повалил кучу народу. И ракета прошла мимо. А первую ракету он грохнул. Поэтому я захожу на еще на один кружок. И пока лазер светится, я закидываю еще. Да, это мой трек с этого, с тренировки. Сейчас я выйду на боевой. Вот я... Вот. Снова на боевом. Вот сейчас вот так справа поставлю. Я сейчас выстрелю и буду отворачивать. А камеру переключу на этот. На Тор. Тор у меня стоит на виду, вот он, пасется. Смотрим, как я работаю. Вот я выхожу, равняюсь как-то там, меня дергает. Вот я вниз, 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 падаю. Потом поднимаю голову. И делаю выстрел, второй. Смотрим на него. И сразу я отворачиваю, вот. Вот смотрите, он заработал. Раз. Я ушел. А вот он. Вот, раз, бум, мимо. Вот пошла ракета за второй. Вот они. Короче, он, получается, мои ракеты сшибает четко. А вот это у меня просто трек не работает. Трек ломается. Я вот как бы живой, а вот оттуда пуски были. Короче, он мои ракеты все пошибал. Я в треке запутался. Но это трек, он, видите, не работает. Вот Тор. Вокруг него легли куча народу. Но он по ракетам сшибает, поэтому лучше парой кидать. А лучше серии, если хотите что-то вот такое серьезное завалить, то, конечно, это очередями у него долбонит. И то я, когда вот на полигоне просто одна ракета попадает в угол, у него еще броня, а у нас Hellfire простой. А если был бы этот Longbow, у него тандемный для пробития брони сначала. У него две головки, ну эти два идут заряда, тандемность ракета. Но у нас в ДКС пока нету. Поэтому, чтобы вот эту удолбонить, надо прямо очередями в него кидать. Вот видите, он в треке раз, дун и начал шмалять по моим ракетам. Я потому что был там за лесом, за буграми, он меня не видел. А мои ракеты на подходе, он брякнул. Поэтому вот такие вот штуки. И что еще интересно, я когда на А10С летал, то там был этот. Вот я лежу, вроде как живой, могу в эту. Тоже я работал на этой, на котором один залез, у меня где-то ролик есть. Я за место оператора эти Hellfire выдергивал из Тора. То есть есть на наземке такая, в Тор залез и шмаляешь вокруг. Там есть прицеливание на захват цели на этот, на сам самолет. А если прицел самолета убрать и просто вокруг самолета щелкать, то выхватывается ракета. Где есть ролик, я сейчас вам скину, если что.
Так что, чтобы Тора брать, надо очень постараться. Но давайте, тренируйтесь. Пока.